the gms method fluency 2 english русский русский is the concert at 7:30 i think so концерт в 7:30 кажется да концерт в 7:30 кажется да Хитоми so. завтра работает? Думаю, да. Хитоми завтра работает? Думаю, да. You notice the sky is blue and the sun is shining. You say, it's a beautiful day, isn't it? Ты видишь, что небо голубое и светит солнце. Ты говоришь, Сегодня прекрасная погода, да? Ты видишь, что небо голубое и светит солнце? Ты говоришь, сегодня прекрасная погода, да? You notice the restaurant prices are very high. You say it's pretty expensive, isn't it? Ты видишь, что цены в ресторане высокие? Ты говоришь, здесь довольно дорого, да? ты видишь что цены в ресторане высокие ты говоришь здесь довольно дорого да тебе очень понравился подготовительный курс ты говоришь это был замечательный курс да тебе очень понравился подготовительный курс ты говоришь это был замечательный курс да You notice your friend's hair is much shorter than last time. You say, "You had your hair cut, didn't you?" Ты видишь, что волосы друга намного короче, чем в прошлый раз. Ты говоришь: "Ты подстригся, да?" Ты видишь, что волосы друга намного короче, чем в прошлый раз. Ты говоришь: "Ты подстригся, да?" Ты замечаешь, что у женщины, которая поет, замечательный голос? Ты говоришь. У нее хороший голос, да? Ты замечаешь, что у женщины, которая поет, замечательный голос? Ты говоришь. У нее хороший голос, да?

Продавец кладет твои покупки в полиэтиленовый пакет. Ты говоришь, простите, а у вас нет бумажных пакетов? Продавец кладет твои покупки в полиэтиленовый пакет. Ты говоришь, простите, а у вас нет бумажных пакетов? You're looking for your keys. Maybe Ichiro has seen them. You ask, You haven't seen my keys, have you? Sergey has a car, and you need a ride to the station. You ask, could you give me a ride to the station? У Сержа есть машина, и тебе нужно, чтобы кто-то подбросил тебя до станции. Ты спрашиваешь, ты не мог бы подвести меня до станции? У Сержа есть машина, и тебе нужно, чтобы кто-то подбросил тебя до станции. Ты спрашиваешь, ты не мог бы подвести меня до станции? Would you mind closing the door? Ты не закроешь дверь? Ты не закроешь дверь? Ты не выключишь свет? Ты не выключишь свет? Рене Рене предложила пойти в кино. Рене предложила пойти в кино. Suddenly everybody stopped talking. There was silence. Все вдруг замолчали. Стало очень тихо. Все вдруг замолчали. Стало очень тихо. Я пойду за покупками, когда закончу с уборкой. Я пойду за покупками, когда закончу с уборкой. He tried to avoid answering my question. Он попытался избежать ответа на мой вопрос. Он попытался избежать ответа на мой вопрос. Have you ever considered going to live in another country? Sure, but I don't know how much it would cost. Ты когда-нибудь думала о том, чтобы пожить в другой стране? Конечно, но я не знаю, сколько бы это стоило. Ты когда-нибудь думала о том, чтобы пожить в другой стране? Конечно, но я не знаю, сколько бы это стоило. Когда я в отпуске, мне нравится то, что не нужно рано вставать. Когда я в отпуске, мне нравится то, что не нужно рано вставать. Рашми больше не пытается похудеть. Рашми больше не пытается похудеть. Нирадж Нираш не хочет уходить на пенсию. Он хочет продолжать работать. Нираш не хочет уходить на пенсию. Он хочет продолжать работать. You keep interrupting when I'm talking. Ты все время меня перебиваешь, когда я говорю. Ты все время меня перебиваешь, когда я говорю. I can't imagine Theo riding a motorcycle. Не могу представить Тео на мотоцикле. Не могу представить Тео на мотоцикле. I don't mind being kept waiting. Я не против подождать. Я не против подождать. Они признались в краже денег. Они признались в краже денег. I now regret saying what I said. Теперь я сожалею о том, что сказала. Теперь я сожалею о том, что сказала. She denied that she had stolen the money. Она отрицала, что, украла Она отрицала, что украла деньги. Sabina suggested that we go to the movies. Sabina Сабина пойти Should we postpone leaving today until tomorrow? No, we should try leaving as soon as possible. Нам отложить поездку до завтра? Нет, нам лучше постараться уехать как можно раньше. Нам отложить поездку до завтра? Нет, нам лучше постараться уехать как можно раньше. My car isn't very reliable. It keeps breaking down. Моя машина не очень надежна. Она все время ломается. Моя машина не очень надежна. Она все время ломается. It was very funny. I stop Это было очень смешно. Я никак не могла прекратить смеяться. Это было очень смешно. Я никак не могла прекратить смеяться. Было уже поздно, поэтому мы решили взять такси до дома. Было уже поздно, поэтому мы решили взять такси до дома. Винсент so был в затруднительном положении, поэтому я согласилась помочь ему. Винсент был в затруднительном положении, поэтому я согласилась помочь ему. How old were you when you learned to drive? Сколько тебе было лет, когда ты научилась водить? Сколько тебе было лет, когда ты научилась водить? To make a good at the job Валерине удалось произвести хорошее впечатление на собеседовании на работу. Валерине удалось произвести хорошее впечатление на собеседовании на работу. We decided not to go out because of the weather. Мы решили никуда не идти из-за плохой погоды. Мы решили никуда не идти из-за плохой погоды. I promised not to be late. Я пообещала не опаздывать. Я пообещала не опаздывать. Are you thinking of buying a car? Yeah, but I still haven't made up my mind. Ты думаешь о том, чтобы купить машину? Ага, но я все еще не решила. Ты думаешь о том, чтобы купить машину? Ага, но я все еще не решила. They seem to have plenty of money. Кажется, что у них полно денег. Кажется, что у них полно денег. I like Victoria, but I think she tends to talk too much. Мне нравится Виктория, но мне кажется, она слишком много говорит. Мне нравится Виктория, но мне кажется, она слишком много говорит. Николай Николай притворился, что не увидел меня, когда прошел мимо меня на улице. Николай притворился, что не увидел меня, когда прошел мимо меня на улице. I to be the Я притворилась, что читаю газету. Я притворилась, что читаю газету. You seem to have lost Кажется, ты похудела. Кажется, ты похудела. Yanik seems to be enjoying his new job. Кажется, Янику нравится его новая работа. Кажется, Янику нравится его новая работа. I wouldn't dare tell him. Я бы не осмелилась рассказать ему. Я бы не решилась рассказать ему. Я бы не осмелилась рассказать ему. Я бы не решилась рассказать ему. Can somebody show me how to change the cartridge in this printer? Sure, I will. Кто-нибудь может показать мне, как поменять картридж в принтере? Конечно, я могу. Кто-нибудь может показать мне, как поменять картридж в принтере? Конечно, я могу. Иван tends to forget things. Иван склонна забывать вещи. И вон постоянно все забывает. И вон склонно забывать вещи. И вон постоянно все забывает. They claim to have solved the problem. Они утверждают, что уже решили проблему. Они утверждают, что уже решили проблему. Would you know what to do if there was a fire in the building? Not really. Ты бы знала, что делать, если бы в здании был пожар? По правде говоря, нет. Ты бы знала, что делать, если бы в здании был пожар? По правде говоря, нет. I was really astonished. I didn't know what to say. Я была очень удивлена и не знала, что сказать. Я была очень удивлена и не знала, что сказать. Brought to you by Glossica This has been a Glossica Production twenty fifteen. triple W dot dot com